Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу поздравить вас с избранием на высокие должности. Я здесь вижу много знакомых лиц, с кем-то мы давно вместе работаем, кто-то пришел на эти должности впервые. Я бы хотел пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь период предстоящий на этой высокой должности работали так же, с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании. Потому что для того, чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на веренных вам теперь территориях, нужно работать напряженно. И самое главное – чувствовать постоянно пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают, и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь. Я нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта и жизненного, и профессионального для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без вот чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь. И завершить хотел бы простыми словами. Хочу пожелать вам удачи. Поздравляю вас и желаю вам всего самого доброго.